Сегодня у нас 22 июля, понедельник. Такая у нас интересная погода. Сейчас почти 11:30 доходит. Такая, вроде как может показаться, что пасмурно. А на самом деле, ничего это не пасмурно. Солнце должно сиять в это время уже вовсю, что называется. А это у нас такая дымка, то есть гарь. А в Красноярске, где-то на севере Красноярского края, не совсем понятно где, но это не важно, леса горят, сильный пожар. И у нас, соответственно, вот все в такой вот дымке от пожаров лесных. Вроде черти где этот Красноярский край, ну, в смысле сам Красноярск, 600 километров, там, 550 или что-то в этом духе. Но на севере Красноярского края, тут, ну, с 1000, наверное, где-то, где эти леса горят, не знаю. Вот. Ну, ветерок северный, оттуда все вот доносится, все гарью. Ну, что ли. Соответственно, у нас уже несколько дней, дня 3, наверное, да, вот такая вот ерундовина. Эх, ну что ж я. Солнца нету. Во-первых, конечно, это сказывается на здоровье. То есть не знаю, как вот этот вот горелое все, воздух в легких там, как рак там или что вызывает. Это же все-таки лес горит, не уголь. Не угольная пыль, но тем не менее плохо. Но в горле точно, вот кашляешь, вот только выйдешь на улицу, в комнате, в доме, еще в квартире, еще как-то более-менее нормально. Может, из-за того, что кондиционер там все-таки очищает. Хотя очищал, но это дальше. А так вот, выйдешь на улицу, сразу все, кашляешь и кашляешь. Я сначала даже не понял, когда солнышко еще проглядывало пару дней назад, думаю, да что такое, вроде все нормально, что за кашель, заболел что ли где-то, ха-ха, а это оказывается действительно в горле першит. И сегодня утром, прям, да и вчера вечером, ну прям как в Пекине, там тоже такая, когда была дымка, ну там уголь топят, отопление, частные дома углем, от этого смог. Здесь вроде у нас по-другому. Но тоже вот и не видно ни черта, и дымка вся такая, и в горле главное. Но что еще плохо по сравнению с тем же Пекином? А, собственно говоря, дубак, ветерок северный, с севера все это тащит дым. Но как бы северный ветерок было бы хорошо, прохлада, потому что обычно в это время за 30. А и нифига подобного. Сейчас 14 градусов на градуснике. Ночью было 12. То есть никогда такого. Но из-за того, что солнца нету, не прогревает, никогда такого не было. Погода прямо, ну не сентябрьская, ну август, и то под конец. Потому что, ну, реально не жарко, 14 градусов, мягко говоря. Можно даже сказать, дубак. То ходили в майках, было жарко, а сейчас как бы совсем. И вот такая, 11:30, ни солнца, ничего, погодка, ой-ой-ой. Ну, говорят, сегодня даже, может, дождь обещается, хотя что-то сильно-то как-то не верится. Ну, будет дождь, должно как-то хотя бы прибить, может быть, а может и не быть. Ну, что вы? И сколько, вроде говорят, часть-то потушили лесов, ну и насколько, непонятно. Так что пока вот такая вот погодка.